Так, надо поменять вот этот воздушный фильтр вместо вот этого старого. Он конкретно все же заржавел. Заржавел, да. Этот новый пластиковый. Настоящий китаец. Пластик. Этот настоящий китаец. Железо. Так, при замене воздушного фильтра надо начать самое легко. Это именно подготовка инструментов, ключей там. Нам нужны, я уже заранее посмотрел. Так, ключ на 14, ключ на 10. Отвертка плоская и СВД. А еще вместо него можно попробовать испытать вот это всеми знакомое средство. Антисептик. Получится, не получится. Как говорится, нет худа без добра. За целый год этого добра запаслись. Угу. Так, давайте открываем. Начнем с самого легкого. Так. Мусор не падал. Так, из ненужного воздушного фильтра можно использовать как кувшин для цветов. Сюда внутрь землю, удобрение. И все, можно создать розы, либо вообще капусту, помидоры, огурцы. Так. Я когда-то его пробовал чинить с речпленкой, скотчем. Ну, как всегда, она без толку. Так, это откручиваем. Так, внутри еще. Вот, СВД-шкой попробовал. Отвертка, где отвертка-то? Удок, кстати, удобно отвертка с трещоткой, пока она не сломается. Походу уже начала ломаться. Так, это нам нужно. Вставляем. Так.
Ключ на 10. Где? Ты где? 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 Вот он. Так. Внизу. Да, прикипело все. Побрызгаем. А, тут же написано, на 99% только может помочь. Так, это угольник с этого, с бака сухого пена. Он тут у меня. Не смогли его тоже на нормальное место поставить. Так. Так, отвертка, отвертка, отвертка. Что еще можно скрутить? Так, вот сзади хомутик. Отвертка уже. Открутили. Все, открутили. Вытащи с резетки тогда. Так-с, что там дальше? Так, это у меня. Так, гайки. Сломал цепушку. Так. А что там дальше идет? Как всегда, все познается методом дыка. Это я откручу угольник бачка от печки, от теплостара, от сухого фена. Ну, теплостар у меня на двигатель чисто греть тосол, антифриз, там воду, кто у кого что, у кого что болит. А, конечно, было бы намного удобнее, если была бы трещотка.
гаечные ключи, головки. Там. Кстати, выставил летние резины. Всю зиму выставились. Ну, как знаете, что у меня якобы всесезонная резина. Но пока что-то, да, ну, точнее, ну, пока у меня нету зима, лето, отдельных резин. Летняя резина. Раз своя родная, что-то потихоньку начинается лопаться. Давай, 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 давай. Ура! Первая победа. Так, что-то выпало. Шайба, гравельная шайба. Какие-то не сломаны уже. А. Так, вот она болтается. Его. Так, наверное, это тоже лучше снять. Чтобы потом вдруг не мешало. Если помешает, потому что... Вообще по кайфу септик. Если двумя ключами работаешь, надо ими обоими двигать, а не просто держать. Так? Она немножко быстрее можно, можно крутить. Движение вперед, назад, вперед, назад. Thank you.
Или это купить, что ли? Прям пистолет как на монтажках. Хотя, а чего толку-то? Такой маленький. Такие неудобные места, с ним-то не подлезть. Интересно, прямо пистолет будет работать с моим компрессором, как на бафике? Я этого не знаю. У меня еще есть краскопульт. Ну, новый купил, пока не испытал. Тоже хочу испытать с компрессором бафика. О, открутил. Открутил, и сразу его надо обшикать. Так, что дальше? А дальше неудобно. Дальше неудобно. Опа. Да. Ну, скучно. Насквозь ржавый. Здесь нам нужен ключ на 12. Он короткий. Надо его как-то удлинить. Так, можно удлинить. Давай. Не поддается. Давай. Я боюсь, что надо будет использовать болгарку. Давай без. Так. Давай в штышку. Yes. Вот я. Устраняет скрипт. У меня нету скрипта. Вытесняет влага. У меня нет влаги. Очищает. От чего очищает? От чего? Защищает от коррозии. У меня уже коррозия есть. Освобождает заржавевшие и заклинившие механизмы. А сейчас посмотрим. Тут 100 грамм. 100 миллилитров точнее. Она всегда, всегда не хватает, хоть где. Всегда.
Кстати, я купил это преобразователь ржавчины, может его на использовать. Вот, кузов, когда буду красить, попробую здесь. Ну, блин, интересно. Так. Тут написано. Средства смазочные универсальные. ВД-40. Для 1000 применений на работе и быту. Получается, что? Если я в своей машине ковыряюсь, это быту. Быту, быту. Благодаря своим проникновениям. Куда? И смазывающим свойством ВД-40 помогает деталям и механизмам работать исправно и эффективно. Как будто болт и гайка всегда должна выкручиваться и вкручиваться круглосуточно. Ладно, это мне интересно. Написано хоть сколько минут. Так. Чего? Изготовитель Великобритания? Нет, не поддается, ключ ломается. А, капец. Да, жалко, жалко. Если у вас гниют зубы, почему гниют зубы? Потому что кто-то не использует его должным образом. Конечно, лучше надо лакеркером здесь пройтись. Ой, со шлангом. Это просто одно мучение. Все, сорвал походу.
Что-то мне уже не интересно откручивать эти гайки. И вообще этим заниматься уже не интересно. Так, ладно, ну-ка сейчас попытаюсь. Если не получится, возьму болгарку, отпилю. Так это пол беды. Если я сейчас откручу болгаркой-то. У меня же гаек нету. Если новый фильтр поставлю сейчас, новый корпус. Там, конечно, есть гайки, а этих-то нету. Болтов. Что делать? Так. Ой. Опа. Что такое? Что-то я увидел. Что-то я увидел. Внутри. Масло. Почему у меня с воздушного фильтра текает масло? Откуда там масло? Когда оно появилось? Непонятно, здесь сухо. Почему у меня масло с воздушного фильтра? Так. Это в чем может быть проблема? Проблема может в турбине проблема. Проблема. Есть проблема в проблема. Проблема в проблема. За проблемой в проблему. Конечно, это никакая этого не проблема. Все устраняется. Лишь бы это.
хватило на все про все знания. Оно у нас, как всегда, хватает. Вся проблема всего человечества, что нету знаний, мало знаний. Люди перестали требовать знаний, как раньше. Сейчас этот старый воздушный фильтр, точнее корпус, даже металломин не найдет себе места, наверное. Или найдет. Где крышка? Нету крышки. У меня есть вот это. Очищать. Щетка. Но шуруповерт где-то в другом месте. Искать его некогда. Почему, интересно, масло уходит? Почему? Кто знает, напишите в комментариях. Подскажите. Или кто с этим сталкивался, ремонтировался, тоже подскажите. Так, ладно. Попытка номер N. Нужна, походу, в натуре головка.
У него даже здесь отверстие было, оказывается. То есть он не только отсюда тянул воду, но и снизу. Вот отсюда, то есть. Давай, ВД-40. Работай, работай. Ну. Если другой ключ на 12 попробовать. Где на 12? На 12. Это что ли больше? На 12, на 12. Так, а если прийти к такому выводу, что вот на новом, например, у меня гайки приварены. А если они приварены и здесь, то есть получается вот это у меня есть приварено гайки, то надо, получается, откручивать болты. Чтобы открутить болты, мне надо снять вот этот бак, три эти угольники. Это ладно, проблем нет. Опять же надо ключи на головку, трещотка, головка. Потому что этим же не скрутить. Опа. Давай. Нет. Давай еще раз. А, ё-моё. Ясно. Ясно. Короче, эти гайки заварены. Надо отключать болты. Пошло же. Пошла мука на табос, пошла мазут в уренгой, пошла куда-нибудь, пошла. Давай, давай. Блин, бак надо походу откручивать все равно. Как я не хотел этот бак откручивать. Он же бесит. Раньше, когда заправлял его, откручивал вообще капец. Ладно, хоть потом я самосвал делал, кузов поднимаю, потом заправляю на заправке. Вообще надо это его убрать. И шланчик надо подсоединить к основному баку как-нибудь.
Так. Кто-то играет квадрокоптером. Смотрит, наверное, у кого костер нет. Сейчас же нельзя же во дворе шашлыки, костер сжигать, траву сжигать. Штраф. Я считаю, это же правильно. Пожара не будет. А шашлыки вообще лучше надо кушать в кафешках. Потому что если дачники или либо не дачники делают шашлыки сами, то потом шашлычные магазины, кафешки остаются без работы. Так. Е-е-е, одну открутили. Открутил. Не открутили, а открутил. Так. Так, 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 так. Не схватывается. Так, что лучше тут? Бак еще полный. Так, шмель. Ключ на 10. Где? Нет, это только нет. Блин. За что? За что? Откручивается. Короче, походу надо было водочку просто подождать и все. Но времени нет. Времени нет. А что, если пол всего не откручивать? Нормально? Нет. Конечно, можно было включить фен, чтобы эта солярка полностью зажглась. Или же вообще залить его в бак.
Конечно, все можно было. Можно было вообще ехать. СТО, нет, нет. Можно было вообще продать машину. Купить новую такую. Но Бафеникс такую перестали выпускать уже в 2012 году перестали выпускать. Это последняя серийная машина. Вот. Бафеникс перестали выпускать, да-да. Конечно, если она сейчас выпускала бы, например, в 21-м, 20-м, 22-м, без Б, просто. Можно было купить, не задумываясь. Зачем эти там бычки, газели, там газоны, усиливать рессоры, там колеса, пневмоподвеску, пневмоподушку, то есть зачем-то. О, настоящая машина. Рама от и до. Рессоры выдержат. Кстати, возил щебень там на весах, показывал щебень 4200 максимум. Вот. Это без наращивания бортов. А сейчас это я сделал деревянные штучки, что можно нарастить борт. Можно еще больше грузить. Давай там. За что? За что? Там тоже откручивается. Литров, что хотел. Блин, сейчас же он свалится нахрен. Так, там гайка осталась. Шайба точнее. Нет.
Пойдем ее. Столько гаек, болтов открутил, забыл откуда что. Надо было записывать. Минуары. Сейчас же ты, бачок, ты же сейчас упадешь, да? А если так? Нет, вообще не так. Потом сломается или выдержит, сломается или выдержит. Бля, у меня ключи. Ну давай, сейчас упади и оболи меня полностью соляркой. А! Так, теперь ищи. Здесь что? Да. О. Шайба есть? Нет? Это что? Так, и чё? Надо скрутить. Шайба, уровильная шайба. Сейчас это крутим.
по чуть-чуть, по чуть-чуть. Это по чуть-чуть крючок для тебя. Ну, маленький крючок. Эй, блин, ну большой крючок для всего человечества. Надо сразу обрабатывать. И бассейн. Болт. Так-то, по идее, она как всегда, не откручивается. Кстати, вот этот я пробовал красить антигравием, там, черной краской, бесполезно. Вон бак тоже красил. Почему так? За что так? Надо обрабатывать каким-то специализированными средствами. Либо отдать кому-то, кто этим занимается. Помните, как в песне? Каждый знает, кто свой. Каждый знает, что свое ремесло. Или как там? Все пропахло с водочкой. Кайф. Так, надо же тебя почистить теперь. Так, чем чистить лучше? Включить бы сейчас керкер. А нафига керкер? Так.
Это грязь. Что-то есть просто, да? Сейчас я просто принесу шланг из шланга. Это не нужно грязь. Беру. Так. Так. Сейчас пойду. Быстренько сбегаю. Со шланга? До шланга. Такое ощущение, что здесь масла все больше и больше. Это меня вообще пугает. В общем, вот уже после того, как я снял, одел, скажем так, завершение. Вот она какая. И снимать, и менять воздушевильдер удобно с ним. Вот. Какая удобно. Все подошло на месте. Кстати, вот тут, например, надо было туда-сюда двигать. И здесь удобно, оказывается, открутили.
и вперед-назад. А, кстати, вот этот, чтобы бачок, который мне бесит все время, я его перетащил, то есть на место поставил, она не подходила, потому что здесь не было, я здесь просверлил, чтобы вода не подтекала, я положил резинки. Вот так вот, новый воздушный фильтр. Посмотрим, как он будет в деле.